Хотя, может, кто-то интересно кому-то посмотреть, как я играю. Тоже довольно-таки приятно это, если кому-то интересно. Так, все просили 62-ечку, да? Вот она 62-ечка с двумя звездами. Так, огнетушитель стоит, экипаж стоит. Все, чики-пуки, пуки-чики. Поехали. Катани на маусе, пожалуйста. А, нет мауса, я покатанул. Но нет мауса. Елки тоже нет, ребят, к сожалению. Если вы выиграете танк, я с вами свяжусь, уточню ваш никнейм, и танк будет начислен вам на аккаунт. Да. Мне только никнейм нужен будет, ребят. Администрация никогда ничего не спрашивает, кроме никнеймов. Помните это, только никнейм. Так. У нас респ, который мне больше нравится. Ну, сейчас попробуем. Блин, ты обещал стерву. Хорошо, после этого боя стерву катну. Евгений, стерву катну. Объект 430. Он у меня есть, но катать, наверное, больше не буду, потому что я катал уже 62-ечку, и смысла качать, катать на 60 на 430 нет, потому что похожие танки. Давай на Крайслере. Ну, если время будет, скат, ну, на Крайслере, на следующий просили СТРВС-1, и я пообещал. И он, кстати, будет, ребят. Так. Летим! Ой! Фугасный монстр. Он меня засветил, нет? Да. Да, чё? Да! Арта, главное, чтобы не вкинул. А так, все, все, все хорошо. Так выезжаешь такой, ой! А там кто-то и есть даже. Было бы круто, если, по-моему, за свету кто-нибудь вкинул. На бабахе скатай. Была бы бабаха, скатал бы с радостью, но нет. Нет ее. Я человек, не прокачавший еще бабах. К сожалению. Так. 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 О как. Он что, выехал? Братан выехал. Зря. Ис никогда так не ошибался, как сейчас. Жаль, что не по моему засвету. И это тоже жаль. О, фу, вот хорошо. Скорпион G и СТРВС-1. И все, ребят, я запомнил. Все, больше пока не заказываем. Скорпион G и СТРВС-1. Эти я реально обещал. Крайслера, если вдруг останется время, скатаю Крайслера. Так, бахните ЛТТБ, ребята. Ну, давай. Что за рог разыгрыш? Так вся информация в посте конкурсном есть, ребятки. Так, что, что же, я 100 выехал? Нет, нет, нет. Блин, углы, не, углов нет. А я думал выехал, ну жаль. Ну и ладно, ну и стой там. Дальше. Я тут постою. Блин, мог бы. В теории мог бы, на практике нет. Так, хорошо. Ты будешь выезжать, братан? Блин, тебя там калечит. Ты, наверное, не поедешь ко мне. Норм затанковал защитники. Обратный ромб, ребята, обратный ромб. Можно и обратно на нем танкануть? На Е50М. Не, уже заказан СТРВС-1 и Скорпион G. Прокатись на тайпе 64. Мой аппарат хороший, но, к сожалению, уже, наверное, нет. Потому что там прайслер уже просили. Я не знаю, останется ли время. Че ты рачишь? Где? Я вроде стараюсь, нет. Ну, если только немножко, так вы это. Не обессуйте! Так, я засветился, это плохо. Это лампочка, это всегда плохо. 121 сейчас катать не буду, потому что как бы уже кучу танков мне заказали. А мне бы их откатать, ребята. Там кто-то стоит, светит. Я не знаю кто, но кто-то светит. Так, артиллерия.
Да я понял, там стоит борщ. Стоит борщ. И защитник с центра вкидывает. Окей, let's move. А почему мне защитник с центра вкидывает? Эта ситуация мне непонятна. И не ясна. Надо ее как-то решить. Потому что защитник с центра это не очень. Любимая десятка, как раз, наверное, Т-62. Одна из моих любимых. Вот борщ. Я буду тем мстить, борщ. Вот так-то. Знай, что нельзя безнаказанно вкидывать в СТ-шечек. Я всегда когда-нибудь тебе ответить. Понимаю, что есть чернобудь, будет ли когда-то еще. Вполне возможно, что будет и еще у ЛТ-шечки, но пока вот видите, никаких новостей нет, поэтому я ничего сказать вам не могу. Такие дела. Сервак второй. Кеша от Фантомаса приветище. Окей, как увижу Кешу, передам ему привет. Обещаю. Сороковой. Эво Кока, ну куда я выстрелил? Не пробил. Вот это было неожиданно для моей. Так, больше размениваться не будем. Маску он кроет. В принципе, мы можем загрядить голду и не париться, наверное. Куда ты смотришь? Я даже голду его не пробиваю, а вы говорите, я сто не танкует. А вы говорите, я сто не танкует, потому что я его в башню-то это должен был. О, спасибо за положительные отзывы, ребята. Все, кто пишет, что вам нравится, приходите ко мне на стрим почаще, ставьте лайки, всегда рад, общаемся. У нас тут весело. Обычно. Иногда не очень бывает. Я еще и танкую что-то. А, ну, в общем... А сколько процент побед? Уже к 57 идет. Там 56 и 80 с чем-то. Играть научись. Окей, Юрий, научусь. Так, я помню. СТРВС-1. Окей, окей. О, тут какие-то плюшки подъехали. Плюшки, как всегда, радуют. Че у нас там предыдущий бой? О, на защитнике, да?